Всем привет, друзья, меня зовут Саша, вы на канале Hitman 12, и это Planet Zoo. Это Planet Zoo. В прошлой серии мы сделали вольер с бенгальскими тиграми. Это, наверное, самая смешная серия, которая была. Ко мне приехала сестра и дядя. Мы сегодня будем делать... Я подумал. Мы будем заселять... сроков. Вот. Им нужно 1000 метров. И 37 квадратных метров к воде. Ну, воды. Барьер. Делаем. Делаем повыше. Делаем вольер для носорогов. Так. Делаем из стекла. Окна, не знаю. Ага. И вот так, думаю, нормально будет. Так вот. И потом вот так вот, да? Все, хорошо. Потом у нас будет вот так вот расходиться, типа. Вот так вот расходиться, по типу, вот так вот. И потом вот так вот. Так, потом делаем вот так вот и делаем вот так вот. Все. Теперь более нормально смотрится. Все. Сейчас смотрится круто. Все. Сейчас мы делаем дорожки для персонала. 4 метра ширина, самая маленькая. Угу. Так вот делаем. Все. Примерно вот так вот все. Дальше делаем. Все. Так вот делаем. Ну и тут пусть дальше потом продолжается. Так, и вот так, все. Сейчас барьеры. Ворота для вольера. Ворота вольера. И делаем служебные здания, домик смотрителя. Делаю большой, потому что у меня не без ограничений. Все. Стоит деньги, листочки. Все без ограничений. Так, и потом я торговля животными. Все виды. Индийский мне нужен носорог. Так. Вот этот тут. И потом вот это вот. Все. Их двоих я отправляю в зоопарк. Вот сюда вот. И сейчас я быстро нанимаю смотрителя, и потом делаю для него я же не поставил еще кое-что. Я забыл поставить служебное помещение, думаю, малое нормально будет, потому что потому что тут мало человек будет ходить, в принципе. Дальше, смотри, зоопарк, персонал, так, подожди, ты кто у нас, вот ты вот, кто у нас, ты,
Так, ты у нас Розали Лейси. Розали Рейси. Ага. Не выбрано. Плюс. Вот тут. Вот тут и вот тут. Все. И новый ветеринар. Ветеринар. Вот сюда вот. И сейчас я жду, пока принесут двух носорогов. Просто жду, потому что... Смотри, ждут потомство. Сенегальский лев. Круто. Все, смотри. Сейчас. Все готово. Сейчас. Все. Сейчас я делаю... Окружение нормальное. Им не нравится только ландшафт и укрытие и обогащение среды. Так, так что я делаю ландшафт и делаю низкую траву. Потом делаю рыхлую землю вот так вот. По чуть-чуть. Так, по чуть-чуть делаю рыхлую землю. Все. Ландшафт им нравится. Теперь вольер. Теперь вольер и вид индийский носорог. Так, самый большой, думаю, сойдет. Вот тут вот сделаем. А, дальше места и укрытие. Так, мне кажется, большое для них, да, нормально, неплохо, красиво. Делаю вот тут, вот тут, вот тут. Вот тут, ну, я не знаю, зачем, просто делаю. Просто делаю, ну, в смысле, не знаю, зачем я их делаю так много. Ну, просто пусть будут. Потом я делаю пища и вода, потому что я когда-то забывал. Делаю вот тут две. И потом колонка с водой, вот тут одна. Потом делаю предметы об обогащении среды. Тут вот две грязевых ванны. Потом массажный столб. Потом балансир. Делаю, так, подожди. Игрушки. Потом делаю вот это вот. Фонтанчика вот тут вот два. Снеговик кегля. Просто кегли. И большие шины. Все. Мне кажется, нормально. Так, 50%. И... А, ну воды у них нету сейчас. Вода им нужна. Сейчас ландшафт. Моделирование. Выдавливание, так, размер поменьше пусть будет. Так, ну им еще нужно побольше земли. Чистая вода. Так, дальше, объекты. Водоснабжение. Вот сюда вот. И все. Сейчас должно быть все хорошо. Надеюсь. А, все, да, все хорошо. Дальше. Объекты. Объекты. Что это? Телевизоры и информационные телевизоры. Всякие там. И вот тут вот ставлю их просто вот так вот. Потом. Делаю вот тут вот. И вот, не знаю. И вот тут еще. Все. Ну и вот тут, да, все. Так. Сейчас все. Индийский носорог, диапазон. Такой вот, нормально будет. Так. Потом тут. Индийский носорог, диапазон. Ну, можно вот такой вот. На 10 поставить. И вот тут вот. Индийский носорог. И диапазон. Вот такой вот. Все. Готово. Не пересекаются просто никак. Ну, на 7 можно поставить. Все.
Потом образовательный стенд, телевизор. Делаем носороги, индийский носорог и индийский носорог. Все. Так, что тут у нас? Жалко. Хорошо, вот. У нас носороги есть. У них как так развернулся. Все, камера. Вот они, носороги наши. Это самка видно, потому что рог маленький. Кстати, я забыл. Это дядя. Вот так вот еще можно делать, потому что все теперь хорошо. Теперь у них все отлично. Теперь все очень хорошо. Да. Вот. Сенегальский лев скоро родит. Смотрим. Сейчас, посмотри, сейчас рожает. Вот, смотри. Родила. И он сразу побежал, просто... Все. Он просто сразу побежал. Даже мой кот не настолько большой, как этот маленький. Львенок. То есть это еще львенок. А вот это вот тигрица. Да, это львенок. А вот это самец, потому что рог большой. Это индийский носорог. Ну все, пока что все нормально, и можно тут сделать вот так вот объекты для поселения. Кстати, подожди, ну ладно, будет приносить потом объекты для посетителей. Давай финансы, вот тут поставлю несколько вот так вот банкоматов. Так, тут есть трансформатор, подожди. Да, тут дотягивает. А, ну вот он, да. Мне казалось, что это водоочистная станция. В общем, объекты. Просто все. Так, подожди. Пакет дополнений. Основная игра. Так. Какой? Вот такой вот можно. Нет. Нет, такой лучше не ставить. Вот такой вот. Такой вот неплохо будет. Такой где-нибудь вот тут вот. Потом киоски с едой. Можно пицца пен. Ну, где продают пиццу, в принципе. Все поняли. Так. Делаю так, чтобы это было вот так вот все. И потом киоски с напитками. Так, вода, гранита. Давай смузи. Вот так вот, все. Ага. Хорошо. Можно еще поставить. Так, вода, гранита. Смузи, содовый сок. Энергетики можно поставить. Вот тут прям рядом. Я не знаю, чуть некрасиво, но нормально, в принципе. Это я убираю. Это не мое. Так. Потом я для посетителей туалеты. Новый свет, туалет большой. Ой, это очень большой туалет, в принципе. Прикольно. Но нет, такой я не поставлю. Я просто туалет большой поставлю, да и все. Вот тут, все. Все. Неплохо. Хорошо. Отойди ты.
Вот, смотрите, сколько тут уже народу набралось. И тут много всех. 1500 у меня тут посетителей. Юбилей почти. И по-прежнему самое привлекательное — это сенегальский лев. Потому что их или много, или они прикольные, лучше, не знаю. Даже не в идеальных условиях. Но все вы находитесь. Все вы находитесь в идеальных условиях. Все вы находитесь в идеальных условиях. Так, тут у нас на 40 отдыхают, в принципе. Так. Где наш смотритель? Использовалось 0. Где наш смотритель там? Сейчас. Обслуживание. Ну. Где наш смотритель? Это Лейси, вот. Где ты? Вот ты. Отдыхает в служебном помещении. Ну давай я вызову тебя вот сюда вот. Давай вызвать смотрителя. Пусть будет еду делать. Ну я надеюсь, он будет еду им делать. Я надеюсь. Осматривает. Парни. Нормально. Так, а ты куда идешь? Так. А, бродит бесцельно. Значит, еще можно не готовить меду, да? Так, оно сейчас. Энергетики я продаю. А еще можно объекты. Вот это все урны, скамейки. Я их не делал, потому что не хотел. Так, какую-нибудь скамейку поставлю. Ну, вот обычную. Такую вот. Не знаю. Не ставил я их. Еще. Все. Вот отсюда вот. Теперь вот тут, вот сюда вот. Сюда вот два. Сюда. Сюда вот. И вот сюда вот. И все. Так, теперь урны. Урны вот тут ставлю. Везде. А, тут есть урны. Так, но тут есть урны? Тут, по-моему, нет урн. Так что я вот поставлю рядом вот так вот, чтобы не бросать мусор. Все. Охрана. Все. Охрана. Так, а что тут? Камера наблюдения. Надо к ним беспокоить. Не кормить. Что тут? Ну, это какой-то игрок, не знаю почему. Он ко мне зашел, это просто никто. Это даже не человек. Ну, короче. Так вот красиво. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Еще раз всем спасибо за просмотр. И всем пока.